Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. Хочу показать вам аромат. Я не снимала, я показывала вам ароматы, но никогда вот так вот не расслаивала его по нотам, то есть подробно никогда не рассказывала об ароматах. Давайте учиться вместе. И начну я с аромата, который приобрела недавно буквально. Я к нему присматриваюсь с весны, даже можно сказать с начала весны, но почему-то как-то я его не купила, перебивала другими ароматами, которые я покупала. Но вот последний раз зашла в Sephora и протестила его, и он мне прям вот зашел. Я сейчас говорю об аромате бренда Pacaraban Olympia. Olympia Aqua. Есть просто Olympia, а есть Olympia Aqua. Взяла 30 миллиграмм. Посмотрим. Пока что он меня захватил прям с головой совсем. Но у меня есть такая вот черта. Мне аромат очень нравится. Я его ношу каждый день, а потом со временем я к нему охладеваю, скажем так. Надеюсь, с этим ароматом так не будет, потому что аромат прекрасный. Значит, создан этот аромат в 2016 году. Это Франция. Когда создавался этот аромат, бренд Pacaraban впечатлялся мифическими историями о горе Олимп, богинями, да, которые жили в те времена. И он действительно очень обволакивающий, он очень впечатляющий, он очень он не оставляет никого равнодушным. То есть как, если вы его нанесете и то все это заметят, это почувствуют. Он очень видный аромат. Давайте я расскажу вам немножко о нотах. Я их выписала для себя, чтобы не попутать и не рыться в телефоне. Значит, это аромат входит в водные цветочные. Начальная нота – бергамот. Водные ноты – петит грей. Нота сердца, цвет имбиря, конечные ноты ваниль, кашемировое дерево, серая амбра и соль. Как бы я его описала? Это аромат не для тех девушек, женщин, которые такие тихенькие, спокойненькие, которые не хотят быть замеченными. Это аромат для женщин, девушек. Здесь нету возрастных каких-то границ, как по мне, да. Но здесь именно идет восприятие по характеру, то есть какой у вас характер. Этот аромат для тех девушек, женщин, которые уверены в себе, которые знают, чего они хотят. Уверенно к этому идут, которые уверены в своей внешности, то есть им нравится, то есть вам нравится, вы нравитесь сами себе, и вот этот вот аромат, он дает знать, что вы вот, что вы пришли, вы здесь. То есть это аромат очень заметный, он шлейфовый, он свежий. Когда вы его слушаете, сразу для меня, вот я сразу слышу свежесть, но свежесть, здесь написано водные, да, цветочные, но я слышу здесь свежесть такую, не морской бриз, да, а свежесть... Картинка у меня такая выплывает. Горы вдалеке немножко слышится. Вот если говорится здесь соль, да, есть.
Немножко слышится вдали горы зеленые, покрытые зеленью. Вдалеке виднеется море, очень далеко. И вот этот аромат моря, который издалека, не прям вот здесь, да, рядом, а где-то смешанный с цветами, смешанный с горным запахом, где-то неподалеку сад, вот эти ваниль, кашемировое дерево, цветы, то есть вот это все смешанное, но то есть, но в то же время это не какой-то такой аромат, знаете, вот все и сразу. А вот он воспринимается постепенно, то есть сначала свежесть, потом вот это вот обволакивающий вот этот кашемировое дерево, потом идет сладкая ваниль, немножко, немножко соли, и вот это все дает такой аромат уверенной в себе женщины. То есть действительно вдохновлялись вот этими мифическими богинями, да, Олимпа, которые знают, что они красивые, они ухоженные, они чистые, они идут, и на них приковано все внимание. Вот это аромат о таких женщинах. Ну, то есть он у меня засел глубоко, и вот это сейчас мой аромат. Я бываю застенчивой, и мне хочется иногда спрятаться, но это временные какие-то, да? А вот мне хочется узнаваемости, мне хочется, это проявляется в этом аромате мой характер, мне хочется что-то делать, что-то творить, то есть, ну, это аромат для смелых, уверенных, во всем уверенных, не только в своей какой-то внешней красоте, да, а уверенные в своих умениях, в своих способностях, естественно, в своей внешности, в том, что ты делаешь. То есть это аромат для смелых, уверенных в себе девушек, женщин. Очень красивый аромат. Он вот прям очень красивый. Я не знаю, я его наношу, я его слышу, я прохожу, возвращаюсь назад, и я слышу этот шлейф, такой вкусный, такой манящий. Вот, ну просто это зелье. Вот где-то там описывалось, что это вот как-то как зелье богини. Он, это действительно аромат, как зелье. Он очень прекрасный. Если вы имеете такой аромат, напишите, как чувствуете его вы, опишите мне его. Мне очень интересно, как другие девушки слышат его, мужчины, девушки. Мне он показался просто божественным, вот действительно. Поэтому я как смогла, так описала. Вот как я его чувствую, так я вам его описала. Понравится вам, не понравится, увижу по лайкам. Поддержите меня, потому что вот именно по описанию парфюмов я еще видео не снимала, поэтому для меня этот формат новый, но будем учиться. И я хочу составить для себя, знаете, такую вот базу ароматов, и я советую вам это сделать, которые будут именно характеризовать вас. То есть у нас-то настроение меняется, да, то есть оно может быть не очень веселым, может быть веселым, вы можете быть застенчивой, можете быть смелой, уверенной, то есть и эти ароматы вас характеризуют. То есть я хочу для себя создать вот как гардероб, да, базовые вещи, так я хочу создать для себя базу с ароматов, которые будут именно характеризовать меня, и я буду по этим ароматам узнаваема. То есть вот первым из них это вот этот аромат. Вот этот аромат, и я его куплю в полной версии. Он идеальный, он на все времена. Я не думаю, что на него будет, знаете, вот как есть мода на какие-то ароматы.
он будет приятен всегда, неважно, сколько лет пройдет. Поэтому куплю его в полной версии. Еще у меня есть несколько вариантов, которые я хочу купить для себя. И тоже вам буду показывать. Именно видео о парфюмерии у меня не будет много, потому что ароматы, я считаю, это, знаете, очень интимное, очень прям такое внутреннее. И какие-то ароматы такие вот, ну, внешние, знаете, там, ну, они приходят в пробничках, вы там побрызгались, проходящие, которые вот модные, проходящие, раз они и все, о них все забыли. А я для себя буду приобретать, в принципе, я всегда так делала, но вот сейчас мне хочется именно выстроить вот такую вот базу, как я уже сказала, поэтому обязательно с покупкой ароматов я буду вас знакомить. На этом все. Поддержите, если было полезно это видео, поддержите меня пальчиками вверх, подписывайтесь на мой канал. Этим вы помогаете мне в продвижении моего канала. Этим я вижу, что я нужна, что вы меня смотрите. И до новых встреч. Увидимся. Пока.